Это я. Туталюкса 6С. Ваше новое секретное оружие в борьбе с аллергией. Естественная сила природы. Стильный дизайн. Непревзойденное качество. Интеллектуальное устройство. Да, я особенный прибор. 6 в одном от компании Цептер Интернациональ. Мои уникальные функции. Сухая и влажная уборка пылесосом с водяным фильтром. Чистка паром и дезинфекция. Одновременная чистка паром и уборка пылесосом. Очищение воздуха и ароматерапия. Увлажнение воздуха. Профессиональное паровое глажение. Итак, давайте начнем. Снимите крышку емкости, открыв крепежные элементы крышки. Вы видите водяной фильтр. Вам больше не нужно покупать и менять бумажные фильтры. Это емкость для воды и емкость бойлера. Это два распылителя, которые запатентованы под названием «система спрей». Система спрей – это сложная система фильтрации, основанная на распылении воды, которая позволяет задерживать даже самые мелкие частицы грязи, связывая их с каплями воды, которые затем попадают в контейнер. А это входной воздушный фильтр, который является дополнительным элементом фильтрации и улавливает частицы, не отфильтрованные водой. Линия на разделительной перегородке показывает оптимальный уровень воды для заполнения емкости. Залейте всего лишь 0,7 литра воды и попрощайтесь с царством бактерий, погибших в фильтрах пылесоса. Подготовьте бойлер, залив в емкость бойлера максимально 0,9 литра воды, используя воронку. Это из бойлера я выпускаю пар, температура почти 150 градусов, убивающих клещей, бактерии, вирусы, которые заражают ваш дом. Если желаете, вы можете добавить немного ароматической жидкости Цептер Косметикс. Для увеличения фильтрирующей способности создатель оснастил меня моющимся фильтром из полиэстера. Этот фильтр значительно сокращает выброс пыли из пылесоса во время уборки. Когда воздух проходит через мой фильтр из полиэстера, он полностью очищается. Воздух чист на 100%. Это мой входной воздушный фильтр, разработанный для предотвращения попадания в мотор частиц грязи с ковров и полов. Он также используется для охлаждения воздуха в моторе, что является уникальной функцией, которая имеется только у меня. Это специальный электронный датчик, который, благодаря эксклюзивной запатентованной технологии, позволяет вам проверять его и очищать от накипи. Вы также можете очищать бойлер от накипи, что продлевает эффективную работу прибора. Установить гибкий шланг легко. Закрепите шланг в отверстии системы слалом, расположенном в передней части прибора, и вставьте штепсель в гнездо. Две трубки, имеющие теплоизоляцию для защиты ваших рук. Устанавливается желаемая длина. Для чистки пола и ковров используйте большую щетку, держатель для насадок. Легко. Она имеет прорезиненные колесики для свободного скольжения. Моя щетка с четырьмя зажимами подходит для закрепления ткани и других насадок. Сейчас позвольте мне объяснить, что значит система слалом. Небольшие передние колеса и соединитель шланга дают максимальную свободу передвижения и предохраняют шланг от изнашивания. Чтобы включить мотор, просто нажмите на кнопку скорости на рукоятке шланга. При мощности мотора в 1600 Вт он потребляет только 1000 Вт и шумит меньше, чем любой другой пылесос подобного класса. Вот в чем заключается моя мощность и универсальность. Никакого обмана, дамы и господа. Все, что вы видите, то и получаете. А сейчас время показать работу еще более высокого уровня. Это моя любимая часть – одновременная чистка паром и уборка пылесосом.
позвольте показать вам фантастические свойства аксессуаров. Они чрезвычайно облегчают домашнюю уборку и являются надежными помощниками в битве с клещами, сапрофитами и домашней пылью. Для включения бойлера нажмите функциональную кнопку. Отрегулируйте интенсивность пара с помощью регулятора подачи пара. Я могу избавить вашу жизнь от пыли, клещей, сапрофитов и других микроскопических существ полностью и сразу, благодаря непревзойденной силе моего устойчивого пара. Моя насадка для сопла с одиночным отверстием прекрасно помогает удалить грязь и жир, а в сочетании с малой круглой щеткой она творит чудеса. Затем легко установите малую и большую насадки и соберите все пылесосом. Сейчас проверим щетку для стекол. Включаем две функции – пар и пылесос. Повышаем уровень подачи пара с минимального до максимального. Медленно ведем щетку для стекол через центр к краю рамы. Позвольте мне представить моего друга. Это держатель для насадок, но он предпочитает, чтобы его называли «большим когтем». Большой коготь – очень темпераментный парень, и он полон сюрпризов. То, что вы видите, это всего лишь вступление к тому, что последует дальше. Это поистине невероятно. Не можете поверить своим глазам? Это не фокус. Особая чистота без использования химических средств. Экономия денег. Ваш дом становится оазисом здоровья. Закрепите щетинную насадку для сухой уборки на большой коготь, и вы получите отличный инструмент для чистки занавесок и других тканей. Вы дезинфицируете паром и одновременно собираете все пылесосом. Для уничтожения клещей и сапрофитов в вашей спальне используйте ту же комбинацию. So find yourself somebody to love. Даже пес Джима по кличке Бруно больше не является проблемой. Пар уничтожает все аллергены, которые Бруно носит с собой, и защищает Софи от аллергии. Это так важно для сохранения здоровья семьи. Для ваших самых любимых предметов круглая щетка сделает деликатную работу по удалению пыли. Это делается только при уборке пылесосом. Это Маргарет, железная леди, и она действительно прекрасна. Использует только 1050 ватт вместо полной мощности 2100 ватт, которые не нужны при глажении. Она настоящий профессиональный утюг с оптимальной температурой для всех типов тканей. Она может даже гладить несколько слоев одновременно. Удаление неприятных запахов с одежды – это одна из моих любимых работ. Мы можем быстро разгладить такие ткани, как вельвет и шелк, используя насадку для влажной уборки. Вы можете собрать любую жидкость, пролитую на пол. Для этого вам даже не нужно наполнять емкость для воды чистой водой. Для этого вида уборки вам следует использовать среднюю или максимальную скорость, только не минимальную. Моя емкость для воды может собрать до 1,2 литра жидкости. Поразительная насадка для сопла с тремя отверстиями в сочетании с треугольной щеткой позволит вам переключаться с трех отверстий на одно и очищать любую поверхность. Это мощное средство для удаления жира и прекрасный растворитель. Запатентованная система «Легкая чистка» позволит вам очистить емкость для воды, аксессуар «Большой коготь» и шланг без особого труда. Просто соберите максимально 1,2 литра воды в пустую емкость, и я снова готов к работе. Просто лучшее. С моей функцией увлажнения воздуха я обеспечу здоровый климат в вашем доме.